В Южной Осетии закончился бензин в закрытой автозаправочной станции. Об этом сообщил глава нефтебазы Цхинвали Алан Джиоев. По его словам, запасы бензина, который продается на территории региона, закончились. Единственный источник поставок – Россия. Там, как известно, тоже дефицит. А пошлины на экспорт с 1 мая увеличены. Соответственно, если поставки возобновятся, стоимость бензина на АЗС Цхинвали будет значительно выше. Глава нефтебазы надеется, что поставки бензина на территории Южной Осетии возобновятся уже завтра.